Понаставили мин, assholes. Сейчас, правда, спросим себя, как суки, зуб даю! Сейчас я пойду и сучару эту натяну на... Ничего, бля, и не таких обламывали. Привет! Пока! Thank you.
Полегчало уже.
Interesting. Great find. Great find. Слишком много ТВ вредно для глаз. Посмотрите что-то обучающее for a change. Города-побратимы Владивосток и Сан-Диего связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Вот это да! Сан-Диего! Морские порты, но и крупные научные, культурные и политические центры, сыгравшие историческую роль в развитии своих регионов. Оба города имеют огромное экономическое значение не только для своих стран, но и для Тихоокеанского региона в целом. В наше неспокойное время, когда реакционные силы мировой закулисы в который раз поднимают голову, мы должны приложить все силы к укреплению дружбы между Владивостоком и Сан-Диего. Мы верим, что дружеская поддержка и взаимопонимание обязательно придут на смену враждебности и недоверию в международных отношениях. И сотрудничество городов-побратимов, несомненно, является важной вехой на пути к этой цели. Дэд, я скоро вернусь. Подожди еще немного.